Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про берючину желтолистную. Берючина желтолистная высотою 40-50 сантиметров. Высота взрослого растения может достигать 3 метров. Данному сорту берючины характерны ярко-желтая листва, которая придаст интересных красок вашему саду. В июле вы можете наблюдать чудесное цветение кремового оттенка. Кустарник относится к ряду неприхотливых растений, он с легкостью переносит засуху и загрязнение воздуха. Берючина стойкая к сильным морозам и задымленности. Берючина – это лучший вариант живой изгороди по доступной цене. Берючину чаще всего используют в качестве живой изгороди.